Аварии на дорогах возникают по многим причинам. Вина в ДТП может лежать как на пассажире, так и на водителе, уверяют госавтоинспекторы. Они провели профилактический рейд, проверили техническое состояние пассажирского транспорта, наличие документации у водителей и рассказали пассажирам о важности соблюдения правил безопасного нахождения в общественном транспорте. Проводим профессиональные беседы с пассажирами, с самими водителями, которые управляют транспортными средствами, потому что зачастую у нас дорожно-транспортные происшествия происходят по поводу того, что водители отвлекаются при управлении транспортными средствами, оплату принимают непосредственно при движении. Исправность тормозных систем, наличие тахографа – то, что инспекторы проверяют в первую очередь. Рейд проводится регулярно. Его цель – уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. Пассажиры, вот как показало сегодняшнее мероприятие, владеют актуальной информацией и в целом о безопасности дорожного движения и о нахождении на пассажирском транспорте, как, так скажем, пользоваться пассажирским транспортом. Все это показало, что действительно люди подготовлены к перевозкам. Госавтоинспекторы проверили более 20 автобусов и маршруток и, конечно, раздали пассажирам памятки по безопасному поведению в пассажирском транспорте. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».